Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир Три Тройки, и это продолжение прохождения игры Tomb Raider Definitive Edition. Итак, у нас пятая часть. Поехали. Снег. Аномалия. Нам сказали на радио, но залезли. Посмотрим. Конечно, графические составляющие часть игры. Просто потрясающе. Так, у нас новый лагерь, вид с моста. И у нас очко навык. Так, если мы освоим возврат стрелки, у нас откроется, понимаю, второй уровень. Так, увеличивает скорость лазания, сейчас тронется. Так. Вот, это нам подойдет. Давай. Так, теперь мы можем собирать стрелы. А значит, лук у нас стало более предпочтительное оружие. Так, а почему же тогда эти не закрыты? Вот, смотрите, тут нужен уровень 2 поставить. Так, давайте пока посмотрим наше просто снаряжение. Ой, у нас же автомат появился. И здесь все выполнено. Да, давайте смотрим, что у нас автомат. Вот даже глушитель есть. Додумный тормоз увеличивает отток проходит газов, тем самым уменьшая отдачу. Но нам закрыто. Так, приклад плюс. Так, знаете, я бы, наверное, немного подождал бы с этим, но что касается пистолета, наверное, бы тоже подождал. Мало ли какое-нибудь другое оружие может быть. Так что на этом все. Пойдемте. Давайте мы вот это покрутимся немного. Конечно, он не упадет. О, запчасть. Нет, не поднимем. Не, не поднимем. О, лежи! О, лежи! Наше путешествие закончено. Окей. Снег. Аномалия. Так. Надо пистолет. Ой, нет. Я что-то не понимаю, я вроде нажимаю кнопочку. Снег? Аномалия. Нельзя его просто пристрелить. Ну, наконец-то, а? Вот уроды. Черт, сколько их тут? Опа. Мне подключить стрелять. Печенку в горло. А ты куда побежал, ты? Смотрите, сюда бежит. А, в ноги.
Да ладно. Так, отлично. Ой-ой-ой, нифига себе, не заметил. Так, здесь что-то уже серьезно сюда пошло. Полезный автомат, если честно. Ну. Блин, почему ты заявились? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй! Не успел нацелиться. Что-то меня жестко здесь посадили. Ну давай, высунься. Так, ты не помогу. Откуда? Отлично. Блин, жестко его прям шею всадил. Ребят, вы тут что-то уже серьезно тут начинаете. Мне на веру пить. Ну что, сверху, снизу? Блин, блин, пистолет. Нет, мы горим. Запчастей здесь бегает, да? Нет? Ну давай, высунь. Ну, попал, не попал. Где и стрел осталось? Не так уж и много. Тебя знаю. Да. Да вы шутите. Стань руки, она моя. Какой лук, ты что делаешь? Сейчас покажу, конечно.
хрень какая, отойди от меня. Ох ты, блин. Насадил как мне, а. Блин. Надо бежать от него. Я ищу. Где? Пошел вон от меня, псих. А, слушай, там же можно было тут. Так, видели, да, одна из двух деталей собрана для лута. Видимо, какая-то модификация у нас будет. Ну что ж. Давайте здесь все пособираем. Так, ладно, пените крыс. Да, много тут чего-то всяких патрончиков. Тщательно здесь все облазить. Мало ли какую детальку пропустим, вот будет обидно. Так. Дальше пойдем. Так, а где есть тут? Должно быть, по идее, нет? Да, или здесь. Да, должен был стоять здесь. Ну, что-то не видно. Ой, а вот радиовышка уже здесь. И лагерь очевидно. Так, снаряжение. Навыки. Давайте смотреть снаряжение, зайдем. Видимо, у нас не сейчас будет. Скоро лук мы соберем, и у нас будет, видимо, продвинутый. Так, как бы нам на вышку надо попасть? Отсюда высоко падать. Надо что-то придумать. Здесь вниз можно спуститься. Книжка.
17 сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно с нее. И так. Так, немного. А, стоп. Можно. Охренеть, привык просто к Uncharted. Там только вниз, по идее, спускаться. Но никак не вверх. Лара, она так были в университете. Ладно, вперед. Ржавая, столетней давности. Потрясающий вид. Хорошая мишень для снайпера. А здесь как? Ой-ой-ой. Должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. И ждите ответа. Вы настроились на волну международной... Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. Нас выбросила на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Endurance. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже и не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня. Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. А я справлюсь.
Я бы леса подвел. Ну что, вниз? Скорость бешеная. А где трос? Ну ладно. Пистолетом. Так, ну где огонь-то добыть? О, стой. Что-то в полном смятении. Где огонь-то добыть? Не страшно. Блин. Так, ну что у нас есть? Немножко зелья. Я знала, что у меня получится. Люди, и помощь зала или что-то такое тут есть? Опа. Это мне и нужно. Подожди, нам надо бежать сразу обратно. Ну как-то рядом получается. Даже так медленно. Сюда!
Ой-ой-ой. Что там нахрен тут происходит, а? Это мы помнишь. Приехали, блин. Давайте сделаем небольшой перерыв.